была первоначальная стрижка весной, когда были побеги еще совсем слабенькие, молодые. Теперь в середине лета мы берем и подравниваем ее. Ствол я покажу вам попозже. Ну вот это лишний побег. Обрезаем вот по почку. Почка в бок пошла, обрезаем. Вот это тоже можно обрезать, в принципе, почка в бок. Вот этот будет торчать вот опять в бок, пусть она идет. То есть проблема тут никакой нет. Ель очень хорошо переносит обрезку. Я это много раз говорил и сейчас это подтверждаю. Вот этот побег мешает. То есть убираем все побеги, которые мешают. Ну, верхушку тоже можно подровнять. Здесь, здесь. Вот эти две вообще. Тут не при делах. Ну и так до низу. Обходите ее стороной, смотрите, где у вас ветки торчат, и там и обрезаете. Ее можно в такое состояние держать 30 лет, 40 лет. То есть проблемы никакой не составит. Вот у нас ветка. Ну вот эта бочка пойдет сюда. Все. Вот это тоже ветка. Если хотите, можете посмотреть ствол. Вот сейчас я вам покажу. Ствол у нее. Ну, не такой большой. Это елка из Ивановской области. В 2009 году я ее привез вот такой вот. Просто остановился на трассе, смотрю, растет елочка. Аккуратненько выкопал ее и привез вот такую. Ну, там было. А сейчас получается 11 лет как назад я ее привез. И она была, ну, года, ну, в районе 15 лет, допустим, она будет где-то так. Ну, поверьте, к 30 годам она будет точно такая же. Ну, сейчас она где-то примерно в районе метр 30, метр 40. Если я метр 75, то дай бог вам здоровья, дай бог мне здоровья, мы все увидим это. На этом все. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.